просто чего ты такой грустный сидишь? Да, только что проиграли все, начали выигрывать 2-0, потом как-то сдались и пропустили очень много быстро. И в итоге 8-4 проиграли. Ну ты знаешь, что Сия – это бронзовый призер? Мы знаем, но все равно мы начали 2-0 выигрывать, а потом как-то 2-1 и… Ты на воротах слишком, стоял, да? Да, слишком много пропустил. Ты видел всю игру как бы полностью, как думаешь, где вот произошла вот этот минус, подсела команда, в каком? Ну, наверное, когда начали выигрывать 2-0, немножко расслабились, хотели удержать результат. А нужно было дальше играть активный футбол. Как-то и Сия собрались, и все-таки не повезло нам немного. Хотя первые выиграли. Ну, как ты оцениваешь, кто сегодня будет чемпионом? Сия, наверное, все-таки. Да. Посмотрим. Команда «Дом архитектора» успехи сегодня, что скажете? Отлично. Как сыграли? Нормально. Две игры и две победы. Две игры и две победы? Да. Ничего себе, кто больше всего забил? Лавренко. Молодец. Он и обещал, да? Третья игра с кем? Я что, разный клуб. Столица. Столица, как думаете, как сыграть? Ничья ли выиграем? Постараемся. Максимум выжить. Ну, будем ждать. Пожалуйста, как ты оцениваешь выступление команды «Юнион» на сегодняшнем турнире? Ну, выступление, в общем, положительно. Ну, проиграли игры, но боролись. То есть сыграемся, я думаю, лучше будем. Вот еще третья игра впереди. Да. С командой «Сия». Да. Как ты, что ты в этой команде знаешь это? Знаю, команда сильная, видно. Бронзовый призер высшей лиги. Физически хорошо. Но если вы сыграете в ничью, для вас это будет уже успешный результат, как ты считаешь? Я думаю, да. Вы будете больше играть, на вас цель на победу? Мы или набираемся просто... опыта, сыграемся. То есть для вас больше эта игра будет как набраться опыта, чем достичь какого-то результата? Да, да. А вот кого бы ты отметил сегодня из команд, участвующих в лиге? Ты думаешь, что сегодня победит здесь? Я думаю, «Столица». «Столица», да? Еще скажи, пожалуйста, а вот как ты оцениваешь игру ваших игроков? Кто стал лучшим бомбардиром? Ну, у нас забивали, то есть ребята, не один человек, а вся команда хорошо выступила. Ну, отметить некого, все хорошо. Все хорошо. И что вот не хватило? Отметить могу «Воротника». «Воротника»? Отлично. Что не хватило все-таки для положительного результата, вот полно, 100%? Сыгранности, мотивации. Все было, сыгранности не хватило. Видно, там почти не точно. Но так хорошо. Ну, понаблюдаем за вас все. Спасибо. Thank you.
хорош, Ярик, двигайте мяч. Забери, забери мяч. Все, сам пас. Да не, он лежит, лежал. Да, Бодя.